жесть, вы сейчас начинаете резать его. Ничего не клево. Они играют так. Поехали туда, куда вы? Все, там на арте нет. Он где девчонки? Динго хочет показать, что он не зря кушает свой хлеб. Да. На самом деле мы понимаем, что он тоже. Да? Вот, девчонки все твои. Все твои. Амин. Идем со мной, телевизор мне поможешь. Пойдем. Не хочешь, приходи туда. Да. Хорошо. На квартиру. Тоже сделаем? А? Игорь, ты где? Можешь смотреть это вверх. Ага. На верх он не был. Все зеркало нет, ты смотришь сюда. Да. У меня что-то. Что за модель? Модель Ауди. Ауди. Ауди среди... Среди Мерседеса. А что? А? Знаешь, что ты умеешь? Тоже надо спросить. На. Право, если я тебя разрешаю меня снимать. Не, ну это такое право, только по праву. Если у тебя годовой доход свыше 10 миллионов. А у тебя сколько, 9? Ты еще не такая же. Свыше? А, точно 10. Да. Ты меня симпатизируешь, ну прямо так снимать прямую. Где меня сапелекуары? Долче Габана. Кабан. Смотри.
Так і було. Ми просто замінили слова. А ти спостерігаєш? Що ми замінили? Так один раз концентрую. Ні, це як рефрена, на смотрите. Найдет рефрена, на смотрите. Это как основная тема. Соло сейчас правильно проделал. Если меня смущает соло, вот этот вот скретч и возникновение припева. Помнишь? Возникновение припева, потому что старик один поет, а потом вот у меня там вот это место соло и припев. Вот это место. Ты куришь, что ли? Пьет вино, курит. Сразу шли с ним выпить, по полстакана выпить. Сколько мы? Часа два там поедем? Я кеша вчера, давно не пил, повело. Да? Я смотрю, он еще говорит, он еще соображает, он еще там вытаскивает пачку долларов, он еще может их считать. Я какой кеша? Ты? А что, шнапс только пил в Германии? Я? Я в Германии пью воду из крана, больше на что у меня нет денег. Давай, Рома, полвторого уже. Поехали. Что? Поехали. Куда едем? На стоянку туда. А он в другую сторону. Так а что за телевизор у вас? Грюндик. Иностранный? Да. С молдавскими номерами. Б. Михай. Лисара Нентоним. Аич. У них съемки будут в Магнолии. Магнолии, да. И там вас останетесь. И там будет поляна. Ну мы туда подъедем, да, Игорь? А тогда ехали. Ходи, где-то часов 6. Хорошо. А в 6 начинается как бы... Так хорошо, извините.